сейчас находимся по улице Московской, между Турусбековой и Манаса. И вот вы видите сейчас отметку 78-80. Это как раз-таки твердые частицы. И сам цвет говорит нам о том, что уровень не самый лучший. Но эту информацию вот мы сейчас получаем от такого девайса AirBeam. Они только сегодня пришли. И вот такие цифры мы видим, и эту информацию прокомментирует независимый инженер-эколог Бактыгуль Стакеева. Вот среднесуточная концентрация, согласно Всемирной организации здравоохранения, должна составлять не больше 25 микрограмм в метре кубическом. Как вы видите, сейчас концентрация не самая лучшая, и она явно будет превышать. Особенно очень опасно во время скопления пробок. То есть то, чем мы дышим даже в короткий период времени, но если это повторяется каждый раз, то есть каждый день, это очень негативно влияет на наше здоровье и на экосистемы города. Ну и вот сейчас просто Бактыгуль переведет на скопление машин, на пробку, и просто хочется отметить, что сейчас 18:43.